А теперь попробуйте сюда вперед. Давай я дам руку. Как себя чувствуешь? Благодаря Богу. Благодарю Господа. Слава Богу. Давайте сейчас помолимся за тех, у кого болят ноги. Нека да се помолим сега за онези. Если Бог смог сделать это для этой бабушки. Ако Бог може направить това за тази баба. Он может сделать для вас. Може да го направи и за вас. Прямо сейчас. У кого болят ноги, положите руку на свои ноги. Кой го болят краката в момента, положете ръка на краката. И молитесь вместе со мной. И се молете заедно с мен. Господь Иисус. Господи Иисусе, я отдаю эту боль в твои руки. Предавам тази болка в твоите ръце. И я принимаю исцеление. И приемам исцеление. Я отказываюсь быть больным. Отказвам да бъда болен. Я принимаю исцеление. Приемам исцеление. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус Христос. Ранами Иисуса. Через раните на Иисус. Я исцелен. Съм исцелен. Аминь. Аминь. А теперь присядьте вместе со мной. Сега клекнете заедно с мен. Присядьте. Пробуйте да клекнете. Пробуйте. А теперь встаньте. Исправете се. И еще раз сядьте. Клекнете пак. Встаньте. Исправете се. Как себя чувствуете? Как себя чувствуете? Кто чувствует, что у него на ногах произошли перемены? Кой чувствует, что има някаква промяна в краката ми? Покажете, дигнете ръка. Кто чувствует, что стало легче? На кой му стана по-леко? Тебе стало легче? Иди сюда. По-добре ли? Ела при нас. Говорила, что тебе болят ноги. Каза, что тебе болят краката. А как сейчас? Присядь вместе со мной. Как сейчас себя чувствуешь? Очень хорошо. Болят ноги? Болят ли ты крака? Не болят. Можем встать? Можешь, ты встанешь. И не болят? И не те болят. А как давно они тебе болели? А от кого время тебе болят краката? 10 лет. А из-за чего они болели? А вот какво ты болях от краката? На колени сверху берет, то что потом. Давайте дадим Богу славу. Некогда отдадим славу на Бога.